Всем доброго, прекрасного турецкого утра. У нас очень хорошая погода. Красотища с утра необыкновенная. Я по утрам выхожу сюда на балкон и занимаюсь немножко зарядкой, разминку делаю. Сейчас я нашел новый способ. Сделал стулья. И это у меня такие брусья теперь. Вот такие брусья я раньше еще никогда не использовал. Держать баланс и при этом заниматься. Итак, 5 подходов по 80 раз. Погода сегодня просто прекрасная. Выползли куда-то погулять, вытащили велосипед, сынули, сын освоил мой велик. Вот, нужен второй. А так вообще всей семье, мне кажется, нужен велосипед. На велосипеде класс сел, так на набережной поехал. Ну вот сына катается, я пока без колес. Сейчас будем думать, может быть, еще велик приобретать будем. Ну так, конечно, класс. Зима, ты выходишь, тебя солнышко светит, гуляешь. Ну на всякий случай курточки надо накидывать с собой, потому что бывает, что прям жарко. Бывает, солнце уходит и прохладненько зимой. Вот. То 20 градусов бывало, там 17, сейчас 10 градусов, но на солнце очень тепло. Наших друзей тоже есть велик, но у них колеса спущены. Смотрите, здесь даже белые сервисы есть. В общем, если что-то сломается, не проблема, все починят. Так, ну что, мы бросили наши велики там возле ремонта, взяли такси за 15 лир, это где-то 75-80 рублей, доехали на набережную. Ну, как показывал Яндекс, 3 часа придут тучи, они пришли. Я так хотел на солнышке погреться. Так вот, с этим здесь машины аккуратно. Здесь очень редко пропускаю, но вот эти даже без пешеходного перехода нас пропустили. Ну и добро пожаловать на набережную, я так хотел солнце, но... Сегодня без солнышка. Мы сколько дней уже здесь живем, уже, наверное, 2 недели. Я первый раз вот так вот к морю мы выбрались сюда. Ну, в другие места ездили, в Каш, еще куда-то. А вот так вот, чтобы сюда на набережную добраться первый раз. Ну, очень много дел, работы много. Еще новые проекты сейчас делаем. Попозже вам расскажу все. Так, Порто-Белла, в котором мы недавно отдыхали. Хороший отельчик. Так вот приехать, ну, если по городу гулять. Питание вкусное. Если кто не смотрел, смотрите в плейлисте. Все есть. Блин, как я соскучился по морю вообще. Я его обожаю, люблю. Готов просто приходить, садиться и вот так вот релаксовать. Все, сейчас буду это на велике кататься по утрам на море. Заныр-проныр потихоньку осваивать. Давайте передаю вам заряд эмоций морских пенных. Смотрите, какой эффект. Здесь река вытекает с гор, течет. И вот там обратное течение. Да попадешь, не выплывешь, надо вот так по диагонали плыть. Чайки летают, ой, какая красота. Чуть-чуть на солнышко не успели, там у нас горы, смотрите, как здорово. Блин, кайф, я вот просто вот гулять по набережной, да, вот по моей улыбке сразу заметно, какие эмоции я испытываю. Даже солнышка не было, ну если солнце было, я вообще, наверное, скулы бы заболели сразу. Хорошо, что его нет. Местные жители, видите, как приходят, стульчики с собой берут, столы, так рассаживаются. Кто-то рыбку ловит, кто-то в кафе садится, перекусывает. Релакс. Балдеж, я бы сказал. Блин, все для людей. Площадки детские, идешь. Никита сразу, можно я на площадке? Конечно, можно. Можно. Закуточки такие, опа, здесь присел, здесь еще где-то спортивные тренажеры сейчас будут. А может уже поджиматься на брусь. Слушай, ну вообще кайф, вот блин. На самом деле я вот как-то года, наверное, 4-5 назад мечтал жить на море. Вот так вот. И, честно говоря, не думал, что так быстро мечта моя сбудется. Потому что прям я не ставил себе прям цель, задачи какие-то, знаете, что прям к ней идти, стремиться. Но как-то само все с собой получилось. Я вот просто представлял, думал, и каждый раз, когда мы все приезжали, я вот думал, блин, я бы хотел жить на море. И никогда, кстати, я не думал о том, что это будет именно Турция. Вот, кстати, тренажеры, смотрите, брусья. Надо изобретать велосипед, кстати, и все для людей.
хочет спорт, хочет детишкам развлечения. И никогда не думал, что это будет Турция. Но вот последние разы, когда мы уже ездили сюда, вот так вот гуляли, в таких уже городских отелях, а не прям такой ультра-инклюзив, да, где своя территория и все. Вот типа Порто-Белло, Риксос, Даунтаун, он там находится. И вот когда мы там стали жить, стали гулять, я понял, что, блин, это мое, я прям вот кайфую вот от этих прогулок, от набережных. Я просто вот выхожу, и у меня прям просто заряд эмоций, мега прям, знаете, такой позитивный. И вот, можно сказать, что мы здесь живем, но сейчас пока мы наездом, мы не на ПМЖ переехали, так, временами туда-сюда сейчас будем ездить, а дальше посмотрим, как фишка ляжет. И вот я сейчас вот здесь живу, можно сказать, хожу, блин, я испытываю колоссальные эмоции, мне очень нравится, вот, ну я потихоньку буду вам все рассказывать, как что происходит, как что меняется, там, обновление, потому что сейчас еще, ну, такая суматоха, надо там кровать собираем, шкафы, вот, какие дела там надо делать по электричеству, там, вот это все-все-все. Много такой мелкой возни, но возня приятная, я вам скажу. Вот поэтому пока вот так вот, там где-то солнышко пробивается. Поэтому если у вас тоже есть такая мечта, реализуйте ее. Стремитесь к ней, и все обязательно получится. Смотрите, кто-то заплыв такой устроил. Но я вижу, что человек в гидрокостюме плавает. Я в этот раз с собой не взял, его места не хватило в багаже. Так классно, конечно. Надел гидрокостюм, залез в воду и плаваешь. Сколько хочешь. Не холодно. Так, вначале чуть прохладно, а потом хорошо. Вот вообще правильная жизнь. Смотрите, я так пришел, сел, взял с собой стульчик, стол, грелочку такую. Вот именно вот этим я занимался, когда был молодой. У меня в машине всегда был стул. Грелка, газовый столик такой. Все раскладываешь, такое походное. И мы даже креветки как на пляж приезжали, ну, на речку, естественно, с России, и креветки прям варили. Вот здесь вот это вот прям естественно, понимаете, здесь в России так сядешь, где, ну, так косо будут смотреть, а вот здесь это прям естественно и нормально. Хочешь здесь, хочешь на пляже, вот кошку взял, пригладил, погрелся. Привет, Мурка. Ой, какая хорошая. В общем, здесь такая, знаете, реальная, как бы правильная жизнь. Блин, вот так тоже буду делать. Стулья со столами надо привезти сюда. У меня валяется все это на даче. Тут дело забросилось. А наша квартира вон там, в конце Кони Алты находится. Возле гор мы взяли. Вид нам очень понравился. Вот, и цена там нормальная, потому что здесь лиман, вот в этом районе. Здесь чуть подороже уже будет, даже прилично подороже. Вот, и нам так где-то километра 2-3 до пляжа топать пешком. Но мы ходили с Жанной нормально. Вот, ну цена комфортная. И очень много вопросов, как что происходит. Ну, на самом деле, все несложно. Главное, как бы, ну, знать, как что правильно делается. Там иметь знакомых правильных людей, которые могут вам помочь. Поэтому, если кому надо по поводу квартиры, сразу пишите мне в Инстаграм. Вот, потому что на YouTube в комментариях там, ну, как бы сложно общаться. А в Инстаграм я вам подскажу людей правильных. Вот, в Анталии, в Алании, если кому надо. И все вам подскажу. Вот, смотрите, тут металлоискательное золотишко ищет. Это сейчас еще у нас зима, получается, а, конечно, когда сейчас будет теплеть, погода будет становиться лучше, здесь, конечно, вообще просто такой кайф. Но летом жарковато, а там уже ближе к вечеру можно поза... Мераба! Мераба! Привет! Привет! Видите, народ такой позитивный. У нас так, ты в России будешь идти снимать, на тебя косы смотрят. А в Турции всегда вот снимаешь вообще с легкостью, с улыбкой, с позитивом, потому что, ну, как-то добрые все здесь улыбаются. Не, у нас тоже, конечно, все добрые. Но когда с камеры идешь, как-то так посматривает. Косы немножко. Никитос на все площадки забегает. Я в столб пиндюрился своей задней походкой. Ну, посмотрим, как будет летом. Я буду все снимать. Вы все обязательно увидите. И осень, и весну, и лето, и зиму. Вот вы сейчас наблюдаете. Вот здесь, может, так поближе к морю подошли. Хотим найти какой-нибудь кафешек, что-нибудь перекусить. Здесь везде вот свежевыжатые соки, гранатовый, апельсиновый. Правда, не помню, сколько стоит. Здесь нету цены. Ну, чуть немного, по-моему, 100 рублей или даже до 100 рублей. Но это набережная. Здесь все подороже. Вот если хотите подешевле, прямо от набережной вглубь уходите. Там тоже кафешки, кебаб можно поесть, шаурмишку нашу русскую, скажем так. Вот все там это есть, и все это намного дешевле. Прямо вот в любую эту сторону отходите туда и все. Там кафешку на эти магазины, Мигросы там, ну и здесь на набережной сейчас тоже где-то Мигрос будет. Да, это у нас есть что? Набережная Кони Алты.
Она длинная, километров 12, по-моему, идет, и там у нас старый город. Калеичи, там все это. Так, решили мы взять сачку. Большой такой стакан 25 лир стоит. Это где-то там 100 с чем-то рублей. Без разницы, апельсин или гранат. Можно, кстати, микс сделать. И с маленький стаканчик за 20 лир. Никит, ни разу еще не пил такой сок здесь. Прям свежак. Ну что, сынуль, как сок? Вкусно? Очень полезно зато. Знаешь, сколько там витаминов? Каждый день так пить, по стаканчику. А вот сейчас мы дальше сюда ушли. Здесь такое мое самое любимое место, потому что здесь очень много пальм. Такая прям пальмовая аллея, я называю. Здесь прям такой самый вообще обалденный вид. Здесь вообще и тренажер тоже везде идти, и все-все-все. Тут даже народ как побольше. И, кстати, тут даже солнышко пробивается через лучи. Туалеты вот эти внизу бесплатные, возле кафешек туалеты платные. То есть ищите, где внизу, вот они есть, они все бесплатные. И если тоже сок хотите подешевле туда, в город, чуть-чуть отходите вглубь буквально, там, не знаю, 200-300 метров, там уже сок дешевле, 10-15 лир. Вот специально для любителей пальм сажают новые пальмы. Кстати, с нами сегодня МРЭ, друг Никиты Алджай, наш друг. Девчонки, Жанна со Светой, с подружками остальным поехали в Кемер. Они сели в машину, поехали, а мы что-то решили здесь погулять. Так вот, разделение, мужская прогулка у нас сегодня. По соку вдарили. Ну и на великах очень классно, очень много велосипедистов здесь, видите, вот так вот. Прям велодорожки везде, поэтому я не зря себе велик купил. Буду гонять тоже тут бургеры потом так трескать. Это, кстати, очень хорошая кафешка, да, кофейня. Бивер. Там очень уютно. Ну, в прошлых видео увидели, там качельки внутри есть, так и кофе тут вкусный, и какао тоже хороший. Ну и что, любую вот, локацию, которую я говорю, просто в Яндексе прям забивайте. Бивер, кафе, все, и на такси приезжаете, ну, либо так пешочком гуляете. Ну и все полезные ссылки тоже, как всегда, под видео найдете на мой инстаграм, на Жанин. Если тур захотите прочитать, тоже там три ссылки на три разных сервиса, заходите, за минуту просчитываете. В общем, все под видео, все полезно. Там про регистрацию в Турцию, все стараюсь там оставлять. Мы топали до нашей любимой кафешки Юсуф. Пойдем здесь чем-нибудь перекусим. Так, мы себе заказали кебаб, а деткам заказали дюрюм. Так, это лаваши кебаб, этот шурма называется по-нашему, у них дюрюм. То есть дюрюм это означает не как бы лаваше, а донор это когда вот нарезанное мясо срезают. Можно взять дюрюм кебаб, тогда у вас вот такая же колбаса будет. Не колбаса, а вот этот кебаб будет в лаваше. Кебаб здесь просто бомбический, мне кажется, это самый вкусный кебаб в Турции, да? Прям да. Вообще мега вкусный вообще. Такие закусочки нам еще принесли. Никита пытается покормить кошку баранинкой. Кошка боится. Так, ну конечно всех интересует, сколько стоит, смотрите, 230 лир, это 1200 на наши 5,5 курс сейчас, на четверых пообедать. Я бирасик хлопнул, там айран, дети напитки пили, салатики, все это все. Блин, 1200 на четверых в приличном заведении в Турции, прямо на набережной. Ну это вообще, ценник просто супер. Кебаб просто вот отменный, реально, вот от души просто говорю, просто такой вкусный. Я вот такой в Турции никогда не ел. В отелях чуть другой, там добавляют дымок, вот это все вот. Такой знаете, перенасыщенный, здесь прям вот идеальный точный вкус. Все, вот так вбивайте Юсуф Колджаглу на карте, приезжайте, трапезничать, это реально вот очень вкусно, прям вот от души советую. Свои дальше на прогулочку, там уже затянуло облаками, там уже в Анталии прям такими темными тучами затянуло, ну и там тоже, завтра дождик обещает, посмотрим как будет. Гуляли, поели, попили и приехали за нашими велосипедами. Ну, мой-то там стоит, вот он стоит пристегнутый. Вот так вот мы с Алджаем на великах теперь, а детишки за нами в припрыжку. А знаете, как в Турции переезжают? Нельзя, не через лифт,
А вот так вот через балкон на таких штуках спускают, и машина сразу грузит. Класс, да? У нас так в России на 21 этаж было бы здорово. А вот и детки наши приехали с мамами. Въехали на базар, оставили нам деток своих. Опа! Своих наших. Вот сколько там великов на велопарковке. Все, ставим нашего коня на нашу парковку. Азизиан, слушай, ну это очень круто реализовано, да, в России. Такому можно тоже только мечтать, чтобы своя парковка и велосипеда была. Да, купим тебе такое кресло, будем кататься. Как на даче прям. И своя еще подземная парковка тоже бесплатная. Кто успел, тот и занял место. Опа, и сюда во двор сразу вышел. Классно, конечно, это вообще все для людей, настолько все удобно сделано. Так, ну и нам пришел первый платеж за воду, как думаете, сколько? 44 лиры всего, это за полмесяца где-то. Ну и как оплачивать, тоже был вопрос, я внизу зашел на сайт asad.gov.tr. Все, ввел данные и оплатил. По текущему курсу 5,5 лир, это 242 рубля всего лишь. Ну, за полмесяца, ну, если за месяц, там будет, ну, 500, ну, 600, 800. Говорят, так ты же очень высокий, нет, нормально. Там сейчас дом не вся, мы уже в гости сейчас пришли. Ну, в общем, осталось дождаться теперь платежку за электричество, посмотрим, сколько там накипит у нас, нагорит. У нас сегодня новый день уже. Мы с Полесиком вышли погулять во двор. Ну, вообще, тут детки сами гуляют по себе, но мы пока вот первый раз. Как-то вот одну пока не отпускаем. Тут детишек много сейчас, сейчас все выпало. Такая у нас площадка. С горками. Поль, скажите привет, ребят. Привет. Так, у меня микрофон, ее плохо слышно. Еще одна горка, качели. Такая небольшая детская площадочка у нас. Да, садись. На самом деле на улице градусов 15, наверное, сегодня вообще не холодно. Так. Поль, я что-то шапку нацепили, чтобы не замерзло. А сейчас было солнышко, мы, как всегда, припозднились, пока собирались, тучи выползли. Ой, это, конечно, классно. То есть у нас там и сосны рядом, и здесь еще вот какие-то деревья, по-моему, это оливки, мне так кажется, растут. Целый сад. У нас тут гранатовый сад, сухие гранаты даже висят. А летом будут цвести, и будет здесь много гранат. Такой у нас сад, вот, смотрите, падает даже. Никто не ест, никому не нужны эти гранаты. Потом у нас, смотрите, здесь есть такая беседка, скажем так, такой гриль-зона, барбекю. Здесь столы, раковина, где можно руки помыть, еду помыть, что-то приготовить, розетки, подсветка, ну и гриль-зона. Вот мангальчики есть, можно также здесь на углях делать. Есть выход туда, видите, калитка туда. Чащу, рощу, в пихты, облепихты. Где-то ключик взять, хотя здесь можно и так переползти и пойти погулять. О, как здорово, вообще все зелено. Вообще здорово. Воздух потрясающий, горный, с зеленью. Джан мне на Новый год подарил FPV-дрон. Если никак его не начну тренироваться. Cetus Pro, по-моему, называется. Я дом тренировался, он мне так пару раз попадал. И датчик, передатчик для камеры накрылся. То есть я теперь в очках не вижу, что там происходит. Надо было на улице сразу учиться летать, а не дома. Я вот так пошибал чуть-чуть. Вот такой комплект. Здесь пульт, очки VR, и сам дрон. Сам дрон такой малюська. А нет, не Cetus Pro, это Tinygo. Я перепутал, я между ними выбирал. А вот это 4К. Здесь камера стоит такая мелкая. Вот такие очки. Вот так вот, надеваем очечки, как я вам в очечках. Все, вокруг ничего не видно, можно увидеть только то, что на дроне происходит. Еще буду осваивать, буду вам красивые кадры потом. Всем доброго, прекрасного дня. Сегодня я на коне. Сегодня сейчас хочу найти парикмахерскую, где-то здесь была. А вот, кстати, да, барбершоп. Так незаметно спрятался. И хочу попробовать постричься. Заехать, посмотрим, как меня здесь подстригут. Сегодня погодка прекрасная, солнышко, но немножко прохладно. Давайте зафиксируем. Вот так я выгляжу до стрижки. И посмотрим, как будем выглядеть после стрижки. С парикмахерской облом-обломыч, потому что сегодня воскресенье.
воскресенье-то выходной практически везде, поэтому парикмахерская не работает. Ну ладно, поеду куда-нибудь прокачусь. Так, в общем, я заскочил в Т-молл, купил кресло для польки, как у меня на даче. Все на багажник крепится, такая надежная конструкция, поэтому теперь буду вместе с полькой рассекать. Ну, из садика будет удобно забирать ее. Вот так вот выглядит теперь мой красавчик. Слушайте, блин, на солнышке классно. Ветер прям, я сейчас ехал, даже помойки переворачивает. Вот смотрите, потом покажу. Везде едешь, все помойки валяются, потому что это такие порывы сильные, что прям все сдувает. А без ветра вообще класс. Катаюсь по Коне Алты. Смотрю всякие магазинчики, что интересного есть. Давайте я вам еще немного цен покажу. Смотрите, яблоки. 7 лир, или, по-моему, даже 5, там, это 70 в кредит, типа, берешь. То есть это 25, ну, 30 рублей, пускай, со всей конвертации. У нас тут еще есть клубничка, смотрите. Клубничка 37 лир или 28. Ну, на 5,5 умножайте, так, средняя. Цены огонь вообще, мандарины. 13,9 получается, если не в кредит берешь. Ничего, чем удобно кресло. Так, затарился в Мигресе. Ложил сюда пакеты, затянул ремешками и поехал. Взял еще красной рыбки попробуй. Саймон у них называется. Все, еще поеду. Так, на улице немного стемнело. Детки там гуляют. Я решил зайти в фитнес. Давайте я вам покажу. Здесь у нас, смотрите, эллипс тренажер, велодорожка. Такой тренажер есть, можно грудные мышцы покачать. Широчайшие, беговая дорожка, вот она так вот складывается и раскладывается. Есть скамейка и есть гантели, несколько штанга. Вот получается скамейка без стоек, самому получается жим не поделаешь, ну так бицепс, трицепс подкачать можно, или гантелями просто покачать. Гриф гнутый, ну для бицепса есть, в общем. И так еще такие гантельки. Очень немного тренажеров и йогу, кстати, можно поделать, коврики есть. Немного, ну так, поддерживать себя в физической форме можно. Естественно, я нашел, что поделать. Молоток можно поделать. Потом концентрированный можно поделать. Так, это раз. Так вот, молоточек, потом можно передохнуть, чуть-чуть концентрированный поделать. Там еще гири, кстати, много, можно накидать еще, потяжелее сделать. И нашел еще здесь вот универсальный тренажер. Очень классно получается. Тут можно что хочешь делать. Хоть даже жим штанги типа получается. Ставлю на максималочку. Мне, конечно, это маловато. Но все же. И на максималочке сейчас жим на грудь поделаем. Раз. Ставим немножко вес поменьше. И можно еще разводочку поделать. Ну, для жима, мне кажется, маловато. Побольше надо. Ну и так круговую тренировочку можно поделать, эффективно будет. Слушайте, ну это прям кайфец, когда у тебя так свободный доступ есть тренажерка. Зашел в любой момент, ключик взял, позанимался. А летом вообще кайф будет. Ты позанимался, опаньки, с разбежечки сразу в басик как нырнул вечерком. Вообще кайф. Блин, я что-то ходил мимо, ходил, сейчас вот зашел и прям вообще огонь. Теперь я вот самый частый посетитель этого фитнес-зала. Ну, очень круто, получается, ты как бы на свежем воздухе практически дверь открыл. И свежо, и хорошо. Вон даже старенький тренажер некоторые, это ничего страшного, это вообще ерунда. Главное, чтобы было железо, всегда можно найти, как его применить. Я прям вот разогрелся на ура уже. Это очень полезно, это уже гормоны определенно вырабатываются. Для здоровья полезную, так физически поддерживайте. Раньше я очень много занимался. Сейчас стало мало времени, но здесь вот я думаю, что время я точно найду для зала. Очень классно. Вау, ну класс. Все, подходик сделал, делаю 4-5 подходов. Ну, на 8 раз стараюсь, но когда мало вес, чуть побольше. 12 можно под музычку. Радио наше. Energy, шоколад. Чем-то такое ставлю. Вообще прозетило, а куча.